Всем привет, вы на канале Мисс Поль, и я первый раз ставлю новое видео. Проехали 100-метровку, и Полина вот учится на лыжах кататься. Первый раз встали, да? Ну-ка, ну-ка. Ты хоть по прямой-то пройди, покажи, как ты идешь. Давай. Может, с палками лучше будет? Без палок лучше будет? Первая 100-метровка у нее. Пешочки попробует, почувствует их и научится гонять. О! Получается хоть маленько. Ну а вот здесь с горы попробуешь сейчас. Пробуй катиться, отталкивайся. Да, надо с горки попробовать, что будет. Сейчас мы попробуем с тобой везде проехать. Ну, ты отталкивайся, вот, да, равномерно. Оттолкнулся, толкнулся, поехала, как на коньках почти так же. Вот с горки пробую, оттолкнулась, поехала. Во-во-во, получается, получается уже. Давай-давай, маленько приседать нужно на них. Ножки вот так согнула. Опа, никак, да? Сейчас я помогу тебе. Пришли мы вот с Полечкой на стадион. Будем пробовать на стадионе. Да? Только нам нужно вниз спуститься. Обойдем. Палки надо? На, попробуй с палками. Вперед смотри, не вниз, а вперед. Так ты их чувствовать должна, что ты на них идешь, что кончики чувствовать должна, вот так вот. Давай, давай, работай. Руки вот так рядом должны быть. Давай. Так, вот мы на стадионе пришли с Полькой, да? Будем одолевать кружочек. Первый наш кружочек. Вот. Так вот мы объедем, объедем. Все объедем вот так. Будет наш финиш здесь. Ну и сейчас она учится. Первые шажочки.
Может, из ребят кому-нибудь понадобится. Пусть посмотрит, как делаются движения ногами, руками. Ну и научится тоже со временем. Да, Поля? Оп-оп-оп. Чуть не упала. Ребятам-то скажешь, чтобы смотрели твои ролики. Давай. Что? Посмотрите этот ролик до конца. Ничего. Не знаешь, учитесь кататься на лыжах, что ли? Да. Да? Давай. Оп-оп. Без палок? Удобнее, что ли? Не знаю, я с палками уже более-менее. Давай вторую снимай. Так надо двигать. Ну что, ребята, смотрите наши ролики. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Алина учится. Так, Полиночка идет у нас на финиш. Будет ее первый круг 600 метров. Вот первый круг ее. Проехали мы вот так вот. Далеко. Ну да все. Первый только твой круг, финиш. Ну все, что-нибудь скажи ребятам-то. Что ты поехала-то? Как ты круг проехала? Объясни, расскажи. Что? Что покажешь ребятам, какие должны быть лыжи, какие быть должны палки? Да. Покажешь? Ну пробуй, отстегивай. Вниз пяточку давишь, да, они отскакивают. Все там. Со штырьков снимай. Кончиками пальцев, да, должны достать руки? Ну, чуть повыше у тебя, но это ничего страшного, почти так же. Рука должна быть, пальчики вот до сюда, вот. Вот именно до сюда. Достаешь? Нет, ты рукой прям, вот, достаешь же. Берись прям, вот. Вот до сюда лыжи должны быть. Да? Такой длины? Да. Все правильно. А палки какой длины должны, высоты быть тоже? У тебя докуда палки? Твои палки-то где? Вон валяются, бросила их там. Беги да покажи. Покажи, какой у тебя какой высоты палки. Да, до плеча, да, должны быть палки? Ну, говори. Палки должны быть до плеча. Есть вот такая штучка. Что ты бросил? Бери их, да иди к лыжам к своим. Будем второй круг, что ли, да? Пробовать. Давай, покажи, как нужно зацеплять крепление. Лыжи правильно ставь. Там на них написано, где левое, где правое. Такие треугольнички. Вот здесь. Держи. Держу. Ну-ка. Держи. Вот. Видно, не видно, не знаю. Вот треугольнички такие, видно, да.
Все, это в какую сторону показывает? Та и нога, да? Это у нас будет левая. Ту лыжу правильно поставь. Та будет правая, там тоже такой же треугольничек. Да, как застегивать надо. Попадаем на штырьки, пяточку чуть-чуть приподнимаем и дужку загибай на этот, на крючочек. Прям цепляй. Да все на первый пойдет. Вот. И вторую также. Вставляем до конца там, до крючочка. До штырьков. Все-все, отдела. Пяточку приподнимай, пробуй. Попало, нет. Что? Давай, держу. Во, попало, одевай дужку. Ну, пяточку приподними, чтобы легче было. Ну-ка. Все. Все, попало? Да, попало. Здесь валяется? Ну давай на второй круг. Пока-то скажешь? Пока-то скажешь? Ну? Ставь лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик. Всем пока-пока. Пока-пока. Давай, пока. Пойду. На второй круг давай, стартуй. Полетела на второй круг. Ну а мы прощаемся с вами. Вот падение, ножки слабоваты чуть-чуть. На второй круг только поехала. Ну, и падает. Ну ничего, научится.